Всем привет! Наступила весна, и все мы дружно схватились за лопаточки, грабельки и другие садовые инструменты. И неважно, какой у вас сад, большой или маленький, просто балкон или даже место на подоконнике, всегда можно создать что-то очень-очень красивое. Я сделала подборку из своих личных фотоархивов и надеюсь, что вам это поможет создать что-то абсолютно прекрасное. Хорошего вам просмотра! Thank you.
Любой дизайнер – это в первую очередь художник, красками которого являются цветы, кустарники и деревья. Я надеюсь, что вам понравилась подборка, что она вас вдохновит на создание чего-то прекрасного. А сейчас я с вами прощаюсь. До новых встреч. Я вас всех люблю. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Всем пока-пока. С вами была Марина.